Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте, гости, подписчики канала. Вот кто на моем канале давно, знает, что вот я вот нашел вот такие вот быстросъемы, да. Вот это я специально купил. Ну, в расчете на поплавок. Можно, конечно, их и на фидер, но может быть они очень маловаты. Вот. А вот эти можно было пробовать, ну, скажем так, если вы ловите мелочевку, сейчас я вам покажу. Вот такие вот они. Ну, стандартный такой быстросъем. Они есть большие, есть очень большие. То есть вы отодвинули стопорную фиксационную резину, да, одели сюда поводочек ваш. Давайте уже сделаем, раз пошла такая пьянка. Вот сделал я некое подобие. Плетеночку специально взял белую. То есть вот эта часть привязывается к основной леске. На этот вот крючочек вы одеваете петельку поводка, сдвигаете фиксатор силиконовый, да, и все, поводок у вас никуда не делся. То есть это вот такой вот очень легкий, я его в прошлый раз взвешивал, он весит там 0,1 или 0,2 грамма, то есть, ну, как бы интересная такая штука, особенно в этом самом поплавке. На мой взгляд, это очень удобно, у которых, ну, как бы, люди с проблемами, с такими, допустим, как у меня, уже зрение и возрастное, и, ну, и нездоровое. Вот я чувствую, в этом году придется операцию все-таки делать. Тянул я, тянул, но не вытянул. Вот. Но наткнулся я совершенно случайно на видосик о фидере и нашел вот такие вот быстросъемы. Это вот такая вот бусинка, сейчас мы ее взвесим. Она силиконовая, скорее всего, ничего не весит. Так могут весы и не показать, нужно будет с чем-то, нет. 0,28 грамма она весит, эта бусинка. Значит, в чем здесь мне понравилась идея? Во-первых, ну, она большая. Во-вторых, эта бусинка является еще демпфером. Вот она монтируется, допустим, если, ну, взять за основу, что у нас... Это основная леска, на ней уже есть кормушка. Вот, вы пропускаете леску через эту бусинку, привязываете ее вот здесь вот. Я потом сделаю или фотки, или макроувеличение. Вот так выглядит этот коннектор. Привязываете его к основной леске, вот эту вот часть коннектора. Это не силикон, вот это вот пластик. Пластик такой жесткий, вполне себе нормальный. Вот вы его привязали сюда обычным, таким, как вам нравится, узлом. Лишку убрали. Вот привязали его. И вот так это выглядит в собранном виде. То есть вот этот демпфер, ну, скажем так, он резиновый, силиконовый, я не знаю. Вот тут он мягкий. Вот если я сейчас разберу вторую. Вот. Ёлы-палы, улетело. Видите, вот он очень. Вот он очень мягкий. Это либо силикончик, либо резинка. И выдвигая вот этот уже сам, скажем так, фиксационный момент, берете свой поводочек, вот, который вам надо зафиксировать. Одеваете вот тут. Такая вот, ну, как на коннекторе на поплавочную маховую удочку. Точно такая же система. Вот так вот его одеваете. Элегантным движением руки бруки превращаются в шорты. Так, одели. И сдвигаете вот этот вот фиксационную нашу, ну, типа силиконовую бусинку или демпфер, как хотите. Вот у вас получилась вот такая конструкция. То есть ваш поводочек идет отдельно. Если вам надо снять, вы опять вытянули, сняли, подцепили новый поводок. Какой вам там интересно, другой, с другим крючком, другого сечения лески. Опять вставили в эту бусинку, она же будет демпфером. Вот. И вот такая вот конструкция у вас получается. Вот такая. Мне кажется, можно это использовать не только при флете, да, но и при обычной кормушке. Не знаю, я пока не пробовал. Вещь эта
скорее всего, не новое. Это я так вот надыбал, да, увлекся фидерами, надыбал. Скорее всего, ну, я уверен, что многие из вас это уже пользовали. Вот кто пользовал, напишите, как вам вот такая вот система коннекции основной лески с поводком. Вот так это выглядит, скажем так, в увеличенном виде. Вот этот сам коннектор, на который одевается лесочка и вставляется он в этот демпферочек, да. Ну, в принципе, я же повторюсь, точно такое, как на махалке. Кто махалкой ловил, поймет. Тут сюда заводится, затягивается и все. А вот, вот это вот самая обычная такая, ну, силиконово-резиновая штучка, которая будет демпферочком служить вам при ударе кормушки, ну, имеется в виду флет, либо, если это не флет, а на фидере. Ну, я так думаю, что 0,28 грамма никакой существенной роли для, скажем так, поводка или поклевки, ну, практически не сыграет. Я этом практически убежден. Теперь о стоимости. Вот такой набор, как у меня, который я взял, это 50 штук, он стоит 2,57 в американских рублях в Украину из Китая. Плюс тут не бесплатная доставка. Вот. Тут доставка стоит рубль 24, то есть 3 почти, ну, 4 доллара, будем так говорить, что 4 доллара это обошлось мне за 50 штук. Вот. Есть другой вариант, взять 20 штук, но в пересчете я оставлю, короче, кому как интересно, я оставлю ссылки на оба варианта, поскольку я вам сразу говорю, вот я открыл ссылочку, 20 штук стоит рубль 20 и рубль 15 стоит их пересылка. То есть получается 2,35 за 20 штук или 4 за 50. Я выбрал 50 штук и купил себе вот такой вот набор, чтобы уже не дергаться, потому что идут они не быстро. Все-таки это китайоза. Может, они где-то еще продаются, я не знаю. Ну, как бы, сейчас еще немножко заобзорю, тут ко мне разное барахлишко попришло. Вот. Но еще интересная штука, я не знаю, может, ну, это я древний, да, дремучий Советского Союза, может, уже кто-то давно знает об этом. А я, например, как увидел, я фонарил. Вот такие вот штуки продаются. Я к чему веду? Это я сейчас вот монтирую, там у меня электричество, все, столик к лодке, к надувной, да, ну, к селе, к ПВХшной. Для чего эта хрень? Вот прежде чем закрутить саморез, вы вставляете сюда саморез, прикручиваете саморезом, ну, или то место, где что-то хотите вы прикрутить, потом делаете вот так, клац, и у вас получается вот такая вот кнопочка. На мой взгляд, это капитальная штука. Во-первых, минимально сюда не попадет вода, разве что вот здесь вот вы плохо. Но это тоже вопрос. Тут и саморез, по идее, не должен у вас это самое. Естественно, это можно все открыть. Саморез не должен ржаветь. То есть шикарная штука, там они разные размеры есть. Я купил себе, я не помню, то ли сотню, то ли полсотни. В общем, прикольно. Я первый раз в жизни увидел такую хренопень. И, честно говоря, мне так понравилось, что я купил. Хотя мне надо там, ну, может быть, 10 штук от силы. Вот, для моего столика. Потому что у меня не эти самые, не просто анодированные саморезики. И они как бы уже за сезон начинают ржаветь. Но это так, отступление, ссылочку тоже оставлю. Есть еще кое-что, чего заобозревать, чего пришло, включая вот такую вот Катю. Но это уже будет в следующие разы, потому что не захотел я все в кучу. Итак, 10 минут хватит. Вот. Поэтому на этом все. Обзорчики еще будут, интересные вещички еще идут. Ну, я надеюсь, что интересные. А там как кому. Это ж дело такое, мне интересно, а вам нет. Вот. Спасибо за внимание. Надеюсь, что это вам полезно. Всем мира, добра. Поставьте лайкосик, напишите добрый комментарий. И буду вам благодарен. Спасибо, если были со мной. До новых встреч, ребят.